Истинный лев Лейпцига. Ах, как приятно, рад, что у тебя получилось. О, у тебя и тут болит. Надеюсь, что это не очередная афера. Это план, а не афера. И нет, тебя он не касается, мой соперник. Ты никогда не был моим соперником, Ахмед. Ты едва ли способен связаться со мной. Если честно, я и услышал то о тебе всего несколько месяцев назад. Ах, демотивирующий укол. Так характерен для образцового соперника. Нам, пожалуй, пора на трассу. Прощай, Магнус. Ты и впрямь мой истинный соперник. План ты знаешь. Прогрей резину на первый круг. Затем прояви себя. Какое-то время посиди у меня на хвосте, чтобы как следует разогреться. Так, продолжаем без ремонта. Продержаться 2 минуты. На первом круге прогреть резину до 100%. Окей. Лейпциг, Германия, трасса Порш. Длинная. Ахмед на Валькирии. Катается. Так, где-то торможение подрублено. Нагрев вроде быстро идет. Сто процентов есть. Ровно 60 секунд за круг набрали. А надо еще 60. Так, не отстаем. Аккуратно. Соточка уже есть. Сто двадцать. Первым можно или нет? Ну ладно, так завершаем. Притирочку. Все получилось. Да, возможно, тут и не надо было прокачивать за голду. Но ничего. Отлично смотришься. Какую бы аферу ты ни затеял, Ахмед, лучше поскорее все поправь. Магнус, возможно, уже скоро уйдет. Это не афера. Прекрасно, тебе удалось привлечь внимание зрителей. Теперь сохрани его. Постарайся за первый круг обогнать 8 соперников и разогнаться до целевой скорости 362 км в час. 5 раз. Хорошо. Подрубаем моментальный ремонт.
Надо максималка. На конях и до сих пор ездит. Занесло немного. Сокращаловка. Кидает со стороны в сторону. Жестко. Так, первые максималку разогнали. Ай-яй. Ранили ребят, на максималку набрали. Залетаем. Восемь есть. Так, максималку не набрали за два круга, но 8 обогнали. Посмотрим, будет считаться или нет. В конце увидим. Так, есть 62. Второй раз. Так вот. Набираем. И в конце круга увидим, сколько получится. Пропустят нас или нет. Так, финиш. Да, пропустили. Так что можно 8 соперников обогнать до второго круга. И засчитают. Не обязательно набирать, наверное, максималку. По ходу дела можно набрать. Это хорошо. Что у нас дальше? О да, все сходится. Зрители смотрят. А теперь пробейся на вторую позицию, заверши гонку за 2.20 без съездов. Нужно закончить все до того, как Магнус сообразит, что происходит. Два круга. Так, а сокращать можно? А, нет, нельзя ж. Так, подрубаем автотормоз. Ровно 2 минуты в начале круга. На каждый круг по 60 секунд. Наша задача. Так, Уэйн. Так, автотормоз врубается, отключаем и сами доворачиваем, на выходе отпускаем. Дальше сами тормозим и перед поворотом отпускаем. Так, тут заранее тормоза, немного дрифта. Так, минута 16 и минута 0.3 в запасе. По идее, все успеваем.
Главное не слететь. Так, Ахмед вырисовывается. Примерно здесь тормозим. На выходе отпускаем. И жмем вперед. Секунд круг. А, блин, второе место надо взять. Так, перезапуск. Тут все-таки надо, чтобы Ахмед первым приехал. Так бы написали, первым должен Ахмед приехать. Он хоть вовремя тут едет, а то так доталкиваем его. 4 в запасе. Так, так проходит второе место. Первым нельзя. И я победил в этой гонке. Не может быть, Ахмед победил. Он и вправду выиграл гонку. Рад за него. Получается, теперь он новый лев Лейпцига, да? Прошу прощения. Он выиграл в официальной гонке в Лейпциге у действующего, теперь, полагаю, уже бывшего льва Лейпцига. Значит, он новый обладатель твоего титула, Магнус. Не должно так быть. Наверное, лучше с этим смириться. Теперь, когда тебя не будет, Ахмед начнет выигрывать все больше и больше. Да, ну тачки же неравные были. Что же я наделал? Хочу попросить тебя об услуге. Прошу, одолжи мне болид. Нужно восстановить справедливость. Удачи, Магнус. Похоже, только ты можешь скинуть с трона нового льва Лейпцига. Так, что это тут за маневры? Мы вместо Магнуса едем. Выиграй гонку 1-1 с Ахмедом. За минуту 0-3. Эпичный старт. На старте уже делаем. Так, Ахмед не сильно будет бодаться. Так вот, здесь неприятный поворот. Здесь на торможении Ахмед может выиграть. Но мы его не пропустим. Дальше все за нами. Так, здесь на отметке тормозим. Ай-яй. Но в дрифте хорошо выворачивается. Бугатти болид. 3-2-1. 0,06. Вот это на тоненького. Доехали.
Ох, похоже, мое краткое правление закончилось. Поздравляю, мой соперник. Больше никогда не смей посягать на мой титул, Ахмед. О, он улыбается. Не пытайся притворяться, Магнус. Пройди победный круг и покажи всем, почему тебя зовут Львом Лейпцига. Истинный Лев Лейпцига вернулся. Возобнови свое правление. Сначала просто обогнав всех участников гонки, а потом еще обогнав их уже на круг. Окей. Сейчас продемонстрируем. С конца стартуем. С нулевого круга еще. Середина трека. Так, 16 вообще. И 16 потом еще на круг. Подрубаем то автотормоз. Действуем по той же схеме. Так, тут я знаю где. Хотя, может быть, можно сократить. Да, сокращать можно. Тогда без проблем. Так, только тут плохо поворачивает. Так, так, неплохо. Так, ребята. Вы не в тему тут перекрыли дорогу. Так, автотормоз. Где ты тут тормозишь? Обратно отключаем. Немножко тормозим и залетаем. Выйдет. Подрубаем. Так, а вот уже Ахмед нарисовался. Прессуем его, чтобы он немного замедлился. И идем дальше. Ай-яй-яй. Чуть опять не впилялись. Так, первый по кругу пошли. Перемещаемся под Ахмеда. На этом же месте его обгоняем почти. И все, завершается. Задание выполнено. Этап 5 завершен. По наградам 30 голды.
Загружает и сам болит. В гараж залетает. Красавец. Так. Титул снова твой. Как ощущения? Отличные. Похоже, все прошло не так после того, как я его лишился. Наконец-то я исправил эту ошибку. Итак, пора объявлять о твоем уходе. Нет, я пока не готов уйти. Не теперь, когда знаю, что это будет означать для мира Онок. Должен поблагодарить вас троих за то, что помогли мне осознать, что меня впереди еще ждут отличные Онки. Это да. И Ахмед. Да, соперник. Больше никогда не смей даже смотреть в сторону моих титулов, а то сам уйдешь раньше времени. Как всегда убедителен, мой ворчливый друг. До новых встреч, полагаю, нам пора прощаться. Вот и конец. Так, Альфа Ромео там на подходе. Так, смотрим, что мы открыли. Непрозойденный величайший гиперкар демонстрирует характер. Так, 10 голды дают. За 25%. Так, что так вот прокатились. Так, ливрея там открылась. Красная. Такая почти новогодняя. Елочки. Season greeting. Подрубаем. И до следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайкосы. Покеда.